Так, мы приехали. Главное еще сюда зачесаться. Вроде почистили, вроде нормально. Сегодня у нас выступление. Народу будет много, коллектива будет много. Так что посмотрим, как у нас. Да, думаю, все будет хорошо. Здесь еще я не был, поэтому не знаю, как тут будет. Осталось 40 секунд. Национальный проект по развитию культуры и творчества России «Наследие Фест». Дорогие друзья, мы начинаем второй блок нашего конкурса фестиваля «Абсолютно». Под ваши аплодисменты. Внимание, многоуважаемые жюри, номер 103. Нам тоже с таких кулис выходить. Вот это вот задница, вот это кулиса, это задница. Белая колонна, вон там. Это уже все, проект. Маршрут, ты бы работал, ты не шок. Ага. Вот так, за косичку. Мама, у тебя, походу, невестка уже. У тебя, походу, невестка уже появилась. Да? А, да? Давно. А, да? Там вот у них спор идет между двумя. А-а-а. Они тут раз его делят. Ярик, ты как? Ты опять мне языки корчишь? Какой-то реально
Ольга Анатольевна? Да, плохо меня снимает, конечно. Оля, выйду на Димушка должна стоять, надо внимание.
Татьяна Вячеславовна. А тут партнер, не партнер. Чего не, под, не подтанцовываешь? Чего не подтанцовываешь? Ты как голова профессора Доуля. Хоть бы подвигался чуть-чуть. Доуля. Улыбайся, кукла. У тебя такая красивая улыбка. Девочки, я буду стоять. Вика, ножки береги. Номер 109. Инклюзивный танцевальный коллектив «Возрождение лидер». Народный танец. Выйду на улицу. Город Калуга. Руководитель Соловьева Ольга Анатольевна. Готовится номер 221. Выйду на улицу, солнце дыма. Девки молодые свели меня с ума. Выйду на улицу, гляну на село. Девки гуляют, и мне весело. Выйду на улицу, гляну на село. Девки гуляют, и мне весело. Бабушка ровная, дай воды холодной, сердце мое так и кидает в жар. Раньше гулял я в зеленом саду, думал, на улицу век не пойду. Раньше гулял я в зеленом саду, думал, на улицу век не пойду. А теперь под вечер аж пятки горят, ноженьки резвые пляски хотят. Я пойду на улицу, к девкам пойду, золотом звонким я их отдаю. Я пойду на улицу, к девкам пойду, золотом звонким я их отдаю. Матушка, слышишь, соколушка поет, тот под горою пляска идет. Девки голосистые звонко поют, доброму молодцу спать не дают. Девки голосистые звонко поют, доброму молодцу спать не дают. Девки голосистые звонко поют, доброму молодцу спать не дают. Я пришел со своим другом и помощником. Под ваши аплодисменты на нашей сцене Абсолютик. Абсолютик, твой выход. Поклонись, пожалуйста, зрительному залу. И, конечно, артистам. Молодец. Квалификация кофе, дорогие друзья, дипломом лауреата первой степени награждается инклюзивный танцевальный коллектив «Возрождение. Лидер».
эстрадный танец «Ветер перемен». Тренер-преподаватель Соловьева Ольга Анатольевна. Девчонки-мальчишки, аплодисменты, это дуэты первой степени. Реквизиты, танцевальные коллективы, возвращение лидер. Ваш диплом, прошу вас. Аплодисменты зрительного зала. Но это еще не все. Диплом лауреата первой степени награждается инклюзивный танцевальный коллектив «Возрождение лидер», народный танец «Выйду на улицу». Аплодисменты, друзья, лауреаты первой степени. Награды нашего конкурса фестиваля найдут своих хозяев везде. Диплом лауреата первой степени награждается образцовый хореографический коллектив «Лидер», эстрадный танец «Вальс цветов». Тренер-преподаватель Соловьева Ольга Анатольевна. Лауреаты первой степени, аплодисменты, дорогие друзья! Диплом лауреата. Хорошо, что он не знает про такую, как ты, и что в мечтах твоих ванильные снежинки зима, а под шагами босоногими метели и лед. Он больше никогда из мыслей твоих не уйдет. Тебе не стыдно закричать о том, что это любовь? Его слова на 3 минуты так прожгли твою кровь. Ты продолжаешь повторять себе, что все хорошо, но понимаешь, он ведь нужен. Нужен еще.